Жители деревни Пыхтино в Новой Москве потребовали отделения от столицы. Под петицией с соответствующей инициативой пыхтинцы сегодня поставили свои подписи. По словам подписавшихся, Москва не уделяет им должного внимания. Жители деревни уже 11 лет пытаются добиться подключения к канализации, к водоснабжению. С момента присоединения новых территорий к Москве 5 лет назад процесс, по словам жителей, встал окончательно. Если Москве наплевать на нужды населения, то значит кто-то должен... Может быть, области не наплевать. А с областью проще договориться, конечно.